О, Олег тоже проехал. Отсюда потом надо уходить, потому что здесь будет зона поражения. Думаешь? Да. Ну, как начнут поражать, Валь? Поражать будут поскольку. Какашечкой? Вечером. Вот еще один вывелся из плена болота. Я уже полетела? Там вон тетя Света чуть-чуть выкопалась и дальше. Нет, есть. Она вообще ехать не хочет. Видать, завтра не остался. Паша. Ромка разматывает стропу. Вообще не страшно. Супер-свампер. Не страшно.
отравленный, не едь. Вова, я буду тебе штатив использовать. Ой, меня так успокаивает, что мы сегодня краника порвали. И вчера тоже. Че, главный конкурент? Да, он на кочевнике, блин, нас бросит. 5 минут не подождали. Хотя мы их час тащили из Солончака, очень хорошо прилетели. Аккумулятор 2 раза разряжался. Мы стояли минут по 10, короче, просто машина заряжала аккумулятор, потом опять ползли.